Ребят, привет, всем доброе утро. Только встала. Сейчас сидим, с Данечкой занимаемся. Лерочка у нас учится. Даня еще пока на дистанционке. Так, мой татуаж. Ну вот, 6-й день. Бровки уже начали трескаться. Ну так, вроде ничего, мне нравится. Вот, у нас зима, прям вообще зима. Зима вчера была такая метель. Мы с Лерой ходили в библиотеку, брали ей книжку. Капец, как было холодно, прямо ветер сильный-сильный был. Но сегодня вот уже потеплее, сегодня минус 3, вчера было минус 7, ночью было минус 6. Сегодня утром уже минус 3. Уже полегче. Ну, вроде завтрашнего дня будет потеплее. Уже на плюс пойдет температура. Не знаю, посмотрим. Так, что у нас еще? Вот делаем уроки. Сейчас делаем уроки и будем прибираться. Да, Данечка? У нас дома бардак такой. Мама на работе была, как обычно, бардак. Сейчас покажу вам нашу зиму. Вот, ребят, смотрите, какая у нас прям зима-зима. Снег попадал. Вчера прям ветрище был. Не то, что это снег был, прям хлопьями валил. И ветер сильный вообще. Прям капец. Вот у нас минус 3, да. Минус 2, минус 3. Ну, потеплее, чем вчера. Просто если бы не было ветра, так было бы потеплее. Но вчера ветер был очень сильный. Так что вот так вот. Короче, ребят, задали нам: составь самостоятельно небольшой рассказ на тему «Утро в осеннем лесу». Используя опорные слова: тихо, не ветерка, падают листья, улетают птицы. Вот сидим с Даней, сочиняем. Даня пока математику делает. Мама сидит, сочиняет. Сейчас сочиню и вам скажу. Так. Короче, сочинила. Утро в осеннем лесу. Я пошел прогуляться в лес. В лесу тихо, ни ветерка. На землю тихо падают листья. Приподняв голову вверх на небо, я увидел, как улетают птицы. Что, нормально, да, ей? Пойдет. Мама поет. А сын сидит. Не умеет у нас он сочинять. Не рисовать, не сочинять. За него это делает Лера либо мама. Ребят, добрый вечер. У нас уже вечер. На улице темно. Сейчас сварила супчик. Борщ. Вон, видите, какой у нас? Борщок. Так, сейчас мы с Лерой будем делать тортик. Я сделала крем. Очень вкусно. Сгущенка с маслом сливочным. Лола, ну отойди. Сейчас снесет эту камеру. Вот, сделала такой крем. И у нас есть кукурузные палочки. Папа тут купил у нас кукурузные палочки. Они не очень вкусные. Мы решили из них сделать торт. Вот я сделала такую тарелочку. Сделала такую вот тарелочку этим пакетиком одноразовым ее. Ну, как сказать, положила сюда одноразовый пакетик. Сейчас сюда еще намажем сливочным маслом. И будем делать торт. Видите? Чтобы потом так тортик хоп достали. Сделали. Так. Все, Лера.
сливочным маслом обмажем. Чтобы легче было его доставать потом. Ой, что-то у меня высовывается. А можно потом я вилочку оближу? Вилочку потом я вилочку. Так-то лучше, по идее, пленочкой делать. Но пленки у нас нету пищевой. Ну да, это плохо. Я сделала одноразовый мешочек. Так, все. Обмазала? Ну не знаю, что получится у нас. Что? Что, давай я буду накладывать, а ты будешь этим накладывать. Палочки? Палочки, да. Оливками. Даня у нас занимается, у него онлайн. Так, ну это первый слой, ребята. Да, первый раз готовим такое, так что не обессудьте нас. Не ругайте. Да, не ругайте нас. Крем такой вкусный. А ты мне говоришь? Так, их, наверное, маленько примять надо. Чтобы так был большой. Я объясню. Пропитался. Да. Только он такой мягкий будет. Ну, я думаю, что вкусный будет. Да. Ай. Я да. Еще. Теперь складываю кости для груди. Так, подожди. Ну, Лола, вот тебя вот сюда не звали. Сейчас. Сейчас еще один слой и все. Ну, мы просто первый раз. Сейчас попробуем. Если вкусно, то завтра еще сделаем такой торт.
последний слой должен быть, чтобы побольше тортики. Не успеваю добавлять. Давай еще. Давай еще пару палочек. Вон от пополам буду, чтобы они встали. Так, сейчас мы примнем это все дело маленько. Сейчас размажем. С пальчиком съедите это все. Данька, иди занимайся. Ты что, не началось, что ли? Он подключается. Он подключается? Никак не подключается. Не знаю. Уже чтение должно быть. Тоже подключается. Можно ли слезать? Слезаю. И булочку, если что, обрежу. Угу. Это жалко, такую вкусняшку засовывают. У меня у самой руки то ли липкие, то ли жирные. То ли сладкие. Ну все, короче, вот такой вот у нас тортик получился. Завтра мы его вот так вот хоп перевернем. Сейчас мы его поставим в холодильник. Так вот закроем. Вот, а завтра мы его... Лера так уже кушает. Все, он сейчас подостынет в холодильнике. Я думаю, завтра мы его с утра уже будем завтракать этим тортиком, да? Угу. Руки помоем. Вот так вот такой вот у нас тортик получился. Ничего себе, мы за 10 минут его сделали. Так, сейчас мы его поставим в холодильник. Мам, поставь высоко, чтобы на их не вытянуть. Вот так вот мы поставим. А куда там? Дальше-то. Все, это у нас для супа, да, останется? Да. Ну все, тортик у нас готов. Завтра будем пробовать. Ну вот, ребят, у нас уже почти что ночь. Сейчас еще детей наругала. Сколько градусов-то? Также минус 3 градуса. Но завтра 0 градусов, обещаю. Сейчас детей отругала. Лола. Вот это вот Лола. Начала их защищать, меня кусать. Никто меня не слушается, даже слышать, видимо, меня не хотят. Так что вот так вот. Сейчас еще буду, знаете, что делать? Сейчас включу свет. Дали мне вот в школе бумажек всяких. Сейчас буду заполнять, сидеть бумажки и пойду спать. Очень хочу спать. Все. Устала уже так. Кофе себе налила, чтобы не уснуть за этими бумажками. Вот.
Хотела волосы покрасить, так и не покрасила. Ладненько. Все, давайте, ребята, пока-пока. Завтра я на работу. Рабочий день. Пока-пока.